Доброе утро. Видно, слышно? Ставьте плюсики. Отлично. Девочки, спасибо вам огромное за планерку. Планерка была для меня огромным сюрпризом. Очень приятно видеть своих девочек, которые начинают выступать. Валь, ты огонь. Наверное, была твоя идея, да? Оль, Кристин, вы прям большие умнички. И нигде ничего не написали и не сказали. Чудеса. И Наташа, отлично, Наташа, у нас тоже супергенератор идей. А у нас сегодня тоже Ори Тур. И у нас сегодня будут на Академии красоты живые истории wellness. У нас будет выступать я, да, сейчас я вам представлюсь. Дальше Ксюша Пархоменко и Лиля. Меня зовут Григорьева Наталья, я из города Саратова, мне 37 лет. Любимая моя фотка с моими сыновьями. И мои девизы, вот очень мне близкие слова, вот Елена Демченко. Это красивый человек, это прежде всего здоровый человек. Истинная красота – это гармония красоты тела, эмоций, мыслей и чувств. Напишите, пожалуйста, сколько вам лет, поделитесь, если не скрываете свой возраст. И из какого вы города? Сейчас я вам расскажу, в принципе, да, какие у нас есть продукты wellness, если будут смотреть новички совсем, которые еще не в курсе, что у нас есть, да, какая чудесная линейка продукции wellness. И wellness вообще, в принципе, это не просто продукт, да, это образ жизни, это философия, это здоровье и красота. И появилась эта философия еще где-то 100 лет назад, когда люди уже стали задумываться о том, как быть здоровыми, красивыми и счастливыми. И постепенно это оформлялось вот такой идеей. И эти продукты wellness помогают нам быть именно красивыми и здоровыми. Я тоже уже с гордостью называю свой возраст. Мне на днях исполнится 38. Так какие же продукты у нас есть? Это питание, это супы со спаржей и томатной. Это вкуснейшие коктейли белковые, клубничные, шоколадные, ванильные. Это вкусные батончики, ягодные и шоколадные. Чудесный перекус. И различные витамины. Линейка витаминов для детей, это жидкие омега-3 и детские витаминки. Это комплекс витаминов женский и мужской, wellness pack. Это минералы и витамины для мужчин и для женщин. Это омега-3 в капсулах, это астаксантин в капсулах, отдельных пузыречках у нас есть. И чудесный нутрикомплекс для волос и ногтей. Сегодня немножечко я в этом нутрикомплексе расскажу. Итак, мне бы хотелось, да, рассказать вам, какие результаты СВЛ у нас получают практически каждый человек, который начинает принимать. И вот эти результаты, для того, чтобы это вас впечатлило, прежде всего, я вам и расскажу. Прежде всего, это коррекция и нормализация веса. Причем именно коррекция. То есть это не обязательно там построение, и все начинают прям вот стройнеть. У меня наоборот была сложность поправиться. И вот сейчас я вроде по весу осталось то же самое,
практически там на полкило, но по внешнему виду я выгляжу прям вот гораздо лучше, чем до использования продукции Wellness. А меняется рацион питания. Рацион питания меняется таким образом, что действительно просто начинаешь хотеть более здоровой пищи. То есть меньше употребляешь сладкого, вредного сладкого. Больше хочется каких-то фруктов, овощей, зелени. Действительно, то есть когда ты погружаешься в тему wellness, начинаешь употреблять эту продукцию, то изменяется рацион питания. Улучшается состояние кожи, волос и ногтей. Кстати, нутрикомплекс для волос и ногтей, он не только дает здоровье волосам и ногтям, он еще и способствует выработке коллагена. Да, это то, о чем мы с вами говорим, для чего мы используем классную продукцию NovAge, чтобы нам оставаться долго-долго молодыми. Это как раз выработка коллагена. Да, это вот серия коллаген от морщин. Дальше улучшается осанка, улучшается мышечная и физическая сила, появляется больше энергии, больше работоспособности. Поделитесь, у кого появилось более энергично, больше энергии, больше работоспособности. Я просто знаю, по откликам очень многие именно об этом пишут, что прежде всего после употребления коктейлей и wellness pack появляется энергия. И чувствуешь себя гораздо более эффективно и работоспособно. Я знаю, у нас многие об этом делились в чат. Появляется здоровый сон. Это вот те, кому сложно засыпать, кому сложно просыпаться. Вот, смотрите, читайте чат. Появляется здоровый, хороший сон. Вы ложитесь, быстро засыпаетесь и также чудесно быстро просыпаетесь. Появляется умение радоваться жизни и чувствовать себя счастливым. Дальше у нас восстанавливается нормальная работа иммунной системы. Это тоже потрясающий результат, когда наш иммунитет работает нормально. Благодаря этому у нас перестает высыпать герпес на губах. Проходят многие хронические болячки, такие как геморриты. И всякие вот эти вот простудные бякостные заболевания, да, хроника. Улучшается память, внимание, мышление. И дальше вообще, в принципе, коктейль был разработан у нас для тяжелобольных. Это для людей, которые перенесли тяжелейшие операции по пересадке органов, по пересадке сердца. То есть очень-очень сложные такие операции, и их выкармливают, прям буквально выкармливают в реанимации коктейлями. То есть для этого разрабатывался этот продукт изначально. Поэтому поддержка и помощь тяжелобольным – это самый прям такой главный пунктик. Имейте в виду, что после каких-то сложных случаев обязательно нужно выкармливать своих родных и близких коктейлями. Улучшается заживляемость при этом в несколько раз, самочувствие улучшается, вот эта вот энергия бодрости появляется гораздо раньше. Идет нормализация работы сердца и сосудов, нормализуется артериальное давление. Тоже сейчас каждый первый или каждый второй страдает проблемами, да, с давлением. Идет восстановление уровня гемоглобина в крови. Это, кстати, особенно относится к нашему нутрикомплексу для волос и ногтей. В нем содержится железо. И прежде чем восстановить наши волосы и ногти, организм будет насыщен железом, то есть прежде всего нашу кровь. Да, гемоглобин, повысится уровень гемоглобина. У кого есть с этим проблемы, пожалуйста, употребляйте нутрикомплекс. Он употребляется в течение 3 месяцев по 2 таблетки в день.
То есть это 4 пачки пропивается. Это обязательно нужно пропить курсом, да, для того, чтобы был результат. И нутрикомплекс пропивать очень хорошо вместе с Wellness Pack, потому что идет взаимное усиление, да, взаимное усиление всех витаминов, минералов, вот этих всех комплексов. И уже расскажу вам подробнее тогда об этом нутрикомплексе. Сразу, он содержит две аминокислоты, очень важные и нужные для нашего организма. В нем содержится вытяжка из яблок, причем там в одной таблетке содержится, вот в этих двух таблеточках, да, содержится там где-то в районе 10 ведер яблок. Вот, вещество этот, пектин из яблок и, забыл, как называется это вещество, я вам скину ролик потрясающий, вот там подробнее об этом еще посмотрите. Вот, чудесное вещество, которое помогает яблокам оставаться здоровым, да, то есть нужно и, соответственно, и людям он помогает насыщать все капилляры, мелкие сосуды, чтобы были здоровые наши сосуды. Соответственно, у нас чистится наш мозг от токсинов. Представляете, даже, то есть улучшается, не просто улучшается мозговое кровообращение, а еще и очищается мозг от токсинов. Наша печень чистится от токсинов благодаря употреблению вот этого нутрикомплекса. Этот нутрикомплекс просто вот обязателен для людей-диабетиков, у тех, у кого проблемы с сердцем и с сосудами. Вот, так что здесь и содержится запатентованная формула. В нутрикомплексе для волос и ногтей у нас содержится запатентованная формула. И еще в коктейле содержится запатентованная формула. Это очень важный результат и огромное достижение компании Oriflame. Патенты в медицинском научном мире сейчас даются только тем продуктам, тем разработкам, тем лекарствам, которые безвредны, которые приносят точную пользу, очень большую пользу для организма человека. И вот этот нутрикомплекс, он чем хорош? Тем, что он абсолютно безвреден, это не таблетка. Это не химия, это полностью натуральный продукт. Полностью натуральный продукт. Это все равно, что вы съедите вот эти 10 ведер яблок. Вот, только от этих 10 ведер вы можете заболеть, а вот от этих таблеточек нет. Здесь нужно помнить, внутри комплекса для волос и ногтей, нужно помнить обязательно о том, что взрослым, уже в престарелом возрасте, нужно давать по одной таблеточке. Вот для улучшения здоровья, именно, да, капилляров, сосудов, не просто для вот улучшения волос и ногтей, а уже для здоровья. И людям в возрасте давать по одной таблетке, чтобы не было большой нагрузки на сосуды, потому что сосуды, чтобы не сразу их так быстро улучшать, а постепенно. Вот, в возрасте люди уже более... медленнее меняются, их не нужно им давать такие большие порции. То же самое касается и детей. Вот в связи с тем, что там содержится лизин, аминокислота, белок, очень-очень нужный для взрослых людей, вот детям он не нужен, он противопоказан. Почему и нутрикомплекс для волос и ногтей нельзя употреблять для беременных, те, которые кормят грудью, и те, которые подготавливаются к беременности. Нутрикомплекс не показан. Деткам он не нужен. Вот эта аминокислота лизин, она им не нужна. Поэтому нутрикомплекс для волос и ногтей очень хорош для уже более взрослых детей после 14 лет, может быть, и после 15. Им можно употреблять по одной таблетке в день. Это улучшает мозговое кровообращение, это помогает при сдаче экзаменов, это помогает при учебе. И, кстати, еще это помогает подросткам вырасти. Этот нутрикомплекс дает мощный толчок
росту. То есть вот употребляя после 15 лет, внутрикомплекс можно еще немного подрасти. Вот. И еще были замечены такие индивидуальные, так скажем, результаты употребления продукции wellness на некоторых людях. Это нормализация уровня сахара в крови, то есть диабетчики отказывались от уколов инсулина, у них нормализовался уровень сахара. И при таких сложных случаях даже с суставами было восстановление подвижности суставов. Я думаю, что Лили, кстати, расскажет об этом, тоже про суставы. Много слышала отзывов о том, что суставы перестают болеть при употреблении wellness pack и коктейлей и супов. И какой у меня результаты? Результаты были потрясающие прошлым летом, когда мы ездили на море, и там все болели. Мы ездили впятером, трое детей, двое взрослых, и одна я пила тогда витамины. Одна я употребляла wellness pack, и я решила, что я буду пить уже просто как-то наслушавшись, что вот пьют и на постоянной основе. И я уже тоже начинала употреблять, ну вот и решила, что отпуск я буду пить все время витаминки. В итоге, приехав на юг, через буквально несколько дней вся моя дружная семья начала друг по дружке потихонечку болеть. Кто насморком, у кого уши, у кого все вместе, кто-то там, у кого зеленые сопли, у кого просто сыпь льет из носа. В общем, они все переболели, я с ними рядом их лечила, и я не заболела. Более того, приехав с юга, они у меня опять пошли друг по дружке все болеть. Всем тем же самым началась новая акклиматизация в городе Саратове. И я пила витамины, и я опять не заболела. Вот после такого результата индивидуального я увидела, насколько классно работают витамины. И я оставила на постоянной основе, вот пью Wellness Pack, уже, наверное, скоро будет год, с редкими какими-то исключениями по дням. Вот, и я довольна, я хорошо себя чувствую. И я включила витамины своему ребенку. Омега-3 и мультивитаминки. Вот, коктейль. Мы пьем коктейль. Может быть, сейчас не совсем ежедневно, но пьем. Вот. И результаты меня радуют. Ребенок тоже стал гораздо меньше болеть. И самое главное, что болезни проходят. Если вдруг они наступают, то они как-то проходят достаточно легко, быстро и спокойно. Меня очень радует, что мы этот год провели без антибиотиков, без сложнейших каких-то там бронхитов или еще чего-то. То, что я слышала, вокруг нас во дворах болели. Вот, потрясающие результаты, мне они очень нравятся, поэтому сама употребляю, вам всем советую. Вот девчонки уже тоже из моей команды, Кристина, Оля, они уже тоже делятся своими результатами употребления wellness, и меня это тоже очень радует. Так, а теперь я передаю слово Ксюше Пархоменко, она расскажет свою историю с wellness. Ксюша, бери слово. Всем привет. Ребят, как меня видно, слышно? Ну, как видите уже, что я не дома. Меня слышно? Поставьте плюсики. Слышно? Ребятки. Привет, слышно, да? Поставьте обратную связь. Вид у меня, конечно... Не айс, так, я, значит, видеопоток отключу. Так, сейчас нормально слышно? Все, отлично. Ну, как вы уже видите на слайде, меня зовут Ксения Пархоменко. На данный момент, прямо сейчас, я нахожусь рядом с горпарком.
Мы пошли с ребенком гулять, поэтому я не стала сидеть дома, чтобы проводить планер, вебинар, точнее, который сейчас. Я решила его, что я буду проводить его именно так. Что для меня красота в человеке? Наташа все правильно сказала в предыдущей, да, когда в самом начале, что красота человека быть не только внешней должна, но и также внутренней. Конкретно мне в этом случае помогает продукция Wellness. Каким образом... Наташ, следующий слайд сделай, пожалуйста. Дань, машина стоит. С каким образом это все выглядит? Тем, что... Следующий слайд, Наташа. Что я, в принципе, произвела замену некоторых обычных продуктов, которые мы едим дома, на продукцию Wellness. То есть, например, я сделала подписку Wellness Life Plus. Пошли. Wellness Life Plus, где у меня четвертый шаг был в этом каталоге, и 151 балл, ребят, мне достался за 0 рублей. Я таким образом, в принципе, выполнила ЛТО, и вчера я отправила заказ еще на 116 баллов, где я вошла, в принципе, в премьер-клуб. А для меня это... Какую роль сыграла вот эта подписка? Тем, что туда входит витамин Wellness Pack, который тоже очень, скажем так, в положительную сторону сыграли в моей жизни. Это, во-первых, появилось больше энергии, появилось больше, как сказать, не знаю, силы к жизни, что ли, любви к жизни, стало больше заниматься своим здоровьем, скачала планку, стала проходить в день, в принципе, 10 тысяч шагов. Но если даже 10 у меня не получается, то я стараюсь это выполнять, то есть 5 тысяч, там, 6, 7 и так далее. То есть как у меня получается? Ну, значит, кто, Лили там в горпарке? У меня просто слайды видны, я с телефона, поэтому я не вижу. Мне приходится переключаться то, что вы пишете. Поэтому я сейчас закончу, и потом, возможно, с Лилей тогда встретимся. В общем, что еще хотел сказать по поводу вот как раз подписки, что там приходит коктейль, который я отлично использую на завтрак. То есть утром, сделав планку, я выпиваю, ну, вот шейкер этот, который также приходит вместе с первым шагом этой подписки, я его использую перед завтраком, потом я позавтракаю, выпиваю витамины Wellness и, соответственно, дальше занимаюсь уже своими делами, как, в принципе, было и сегодня. То есть утро зарядка начинается, дальше завтрак, и потом уже идем с ребенком гулять. Что еще? Что еще приходит мне? Мне приходит витамины, суп, я уже говорил, который я использую в обеденное время, либо на ужин. То есть, если я возвращаюсь поздно домой, то я уже использую суп Wellness как полноценный ужин. Вот так скажу. Какую роль в этой жизни моей сыграл? Это, девчонки, и я думаю, у кого есть детишки, вы сами понимаете, что когда мы с вами вынашиваем наших деток, то это огромный стресс для организма. Ну, такой же был и у меня стресс. То есть я после кормления ребенком, все мои килограммы, которые я после родов, они у меня ушли, они вернулись ко мне обратно, к сожалению. Но что я хочу отметить, что перед приемом вот этой продукции, я спробовала сбрасывать вес, то есть я спортом там трудилась, прыгала, скакала и все остальное, да, там и на диетах пересидела, но хотя я старалась придерживаться правильного питания. Дань, он сейчас уронит. Наш ребенок велосипед, с велосипедом сам хочет заниматься. Вот, и к чему это привело после вот приема, как Red Wellness хочу отметить, это я сбросила 6 килограмм. То есть не буду озвучивать цифру свою, потому что для моего роста это ненормально. Это избыточная масса тела в пределах 25, поэтому мне остается еще 20 килограмм сбросить, и вообще буду как в свои 18 лет. Можно так сказать. К чему я и стремлюсь. В этом мне как раз помогает продукция. Еще что хочу отметить, это батончики Wellness. Это вообще мега шикарная вещь. И я вообще думаю, почему я раньше не знала об этой продукции. То, что вот именно батончики хочу отметить, это отличный перекус. То есть, если я куда-то еду, если мы идем с ребенком гулять, или там, ну, не получается вовремя, допустим, перекусить, ну, или просто кушать захотелось, то прям батончики супер выручают. Они, во-первых,
Их хватает надолго, даже несмотря на то, что их в упаковке 7 штук. То есть я, в принципе, делю их, вот одну штуку я делю там в день, ну, на целый день, там на 3 приема, на 4 приема, или когда как получается, в зависимости от моего желания. Очень сытные, поэтому для перекусов это шикарный вариант. Также к себе я взяла на пробу аксантантин. И я его сама, конечно, пока еще не пила, так как я пью витамин Wellness Pack, а я просто взяла это для чего, ну, мало ли, там, после бурного застолья, например, супруг у меня уже попробовал их на себе, ну, в принципе, я его спрашиваю, как тебе результат, да, действие оказывает моментально, и, то есть, если, допустим, когда на следующий день после приема алкоголя тебе плохо, то аксантин прекрасно справляется с этой ситуацией. Вот. Что еще хотел? Сейчас, секунду, на слайды. Так, на слайды, в чат, точнее, посмотрел, что вы мне там пишете. Нет, на самом деле стоит. И вот я, помимо того, что себе заказываю витамин, я заказываю мужу витамины. Да, я сейчас буду говорить о результатах. Я еще маме свои витамины заказываю тоже в Wellness Pack. И я ей постоянно, ну как, спрашиваю ее о результатах, как тебе нравится, она, да, многое что поменялось, то есть ее, ну, как сказать, ну, организм просто стал другой жизнью жить. Вот так вот я скажу, потому что это на самом деле так. Еще витамины Wellness я покупаю ребенку, заказываю, это детские витамины обычно в таблетках и омега-3. С омегой-3 мы с ним быстренько-быстренько выпиваем, ему нравится, но он у меня иногда просит витамин, например, сам. То есть он говорит: мама, витаминку дай, там, ну, так, на своем, конечно, языке, я же понимаю его, о чем он мне говорит. Вот, это тоже показатель того, что ребенку нравится. И мне еще для меня, как для матери, это важно, что он у меня, даже если мы заболевать начинаем, то у нас наше заболевание проходит очень быстро и незаметно, без лишних осложнений. Но вот, слава богу, серьезных у нас таких заболеваний не было. То есть каких-то таких вот, чтобы в больнице там, нет, слава богу, у нас как-то вот это обходит стороной, и, конечно же, я ему даю витамины, чтобы он получал дневной рацион всех минералов, нужных для организма, тем более организм у нас растущий, поэтому для детишек я просто советую брать детям не в аптеках, а именно у нас, так как компания отвечает за то, что она отдает своим потребителям. Итак, что в результате, да, вот подведу итог своей сегодняшней речи, это у меня, да, соглашусь, коррекция веса, но пока уменьшается, но есть к чему стремиться. Улучшение самочувствия всеобщее, то есть это, опять же, и даже если, я говорю, мы заболеваем, то это у нас проходит быстро и незаметно, я вот так могу сказать. Изменение рациона питания – это в сторону больше правильного питания, потому что если я раньше любила перекусить Макдональдс, например, да, или какой-то другой быстрой забегалки, то нет, сейчас я 1000 раз подумаю и так, ага, уже у меня в голове калькулятор такой, к чему это может привести. Поэтому нет, себе я этого уже не позволяю и стараюсь уже именно питаться правильно. Дальше, что хочу сказать, это заметное улучшение состояния кожи, волос и ногтей. Девчонки, которые уже проходили роды, скажут, по-любому сталкивались с такой проблемой, как выпадение волос. У меня это была очень такая, как сказать, ну, я не скажу, что я лысела, но пылесосив дома, например, палас, то это было заметно. Прям клоки волос скатывались, что очень, в принципе, и с одной стороны и смешно, с другой стороны плакать хочешь, только волос жалко. То есть больше нормы выпадения волос. В принципе, после приема у меня сейчас значительно уменьшилось выпадение волос. А дальше ногти стали крепче. Это да, это заметно. Потому что у меня постоянно была раньше проблема. Я всегда коротко ногти обрабатывала себе, подстригала. Но после, опять же, изменений есть. То есть они у меня стали намного крепче, поэтому я позволяю себе их отрастить. Кожа у меня стала шикарной именно тоже вот после серии Novage, хочу отметить, и после приема витаминов. То есть здесь нужно именно комплексно и внешне, и внутренне бороться со своим какими-то нюансами, именно что касается кожи, потому что наша кожа, лица, тело полностью, скажем, отражает именно наше внутреннее состояние всего организма, здоровый он или нет. Поэтому Novage тоже в этом помогает, соответственно, и витамины, и продукцию.
Wellness. Про укрепление иммунитета я уже говорила, что это для меня, вот я даже поставила восклицательный знак, потому что это самое важное, что может быть, тем более в наше время сейчас. И, конечно же, энергия. Энергии прибавилось, то есть я сейчас, если раньше мне было что-то неохота делать, и так как-то, ну, как кот ленивый, можно так сказать. Сейчас нет, сейчас намного лучше, во-первых, я хочу больше двигаться, и мне есть к чему стремиться. Я и шагомер бы скачала специально, чтобы проходить там положенную норму и даже больше. Поэтому ее стараюсь выполнять, то есть ставлю цели, к ней иду, в принципе, так же, как и в бизнесе. Поэтому, девчонки, у кого есть детки, кто хочет улучшить свое самочувствие, да, я советую, я прям двумя руками за это, за то, чтобы вы выписали себе хотя бы, не обязательно нужно прям подписку делать там или заказывать несколько штук там всего. Можно просто с чего-то, например, начав именно, допустим, заказывать для себя витаминов Wellness Pack. Потому что, не попробовав, вы так и не скажете ничего другим людям, какой результат у вас был, да, а, ну, не попробовав этого, никому ничего не докажете, не скажете. А когда ты уже на себе проверяешь продукцию, и ты говоришь, что да, она качественная, да, ей можно пользоваться, и ей даже нужно пользоваться, я думаю, в этом и есть вся суть сетевого маркетинга. Лиля, ты готова? Ксюш, спасибо. Замечательное выступление. Классные результаты и насколько целеустремленные, насколько поменяла свой образ жизни. Вообще супер прям. Классно. Лиля, ты готова выступать, рассказывать свою историю о wellness? Или мы сегодня закончим на этом? Сейчас, девочки, я позвоню, наверное, Лиле, а то она у нас там раздает. Да, Анюточка, можно, давай. Девчонки, меня слышно? Поставьте плюсик. Ага, спасибо. Я так это внепланово вдохновилась, без слайдов, без макияжев. Я вот о чем хочу рассказать о wellness. Когда я познакомилась, год назад я зарегистрировалась, и буквально вот месяц, наверное, прошел, и у меня старший сын сломал руку. Причем сломал руку, был закрытый перелом, но со смещением. У него совсем отломился локоть. То есть он вылетел из сустава, отломился и ушел в сторону. Сами понимаете, сустав – это такая вещь, где идет сплетение там и сосудов, и нервные, и сухожилия, и все остальное. Когда мы приехали ночью, и на следующий день нам была назначена на утро операция, ну, меня готовили к тому, что ребенок у меня будет инвалидом. Ну, операция прошла, наркоз ужасно мы перенесли, ужасно. У меня 3 дня просто его рвало, я не знаю даже чем. Просто было такое было ужасное состояние, не могла ребенка никак вывести. И в это время Ольга Мальцева проводила, ну, среди нас, вот среди своей команды, конкурс, где генератором случайных чисел должны были выбрать именно вот омега-3 для детей, был в подарок. Ну, ребятки все собрались, и то, что вот мой сын был в больнице, как бы решили, что достанется омега-3 ему. Я совершенно не пробовала wellness, и в него не верила, да ничего себе там, какая-то жижа, да, в бутылочке, 1000 рублей стоит. Для меня это было невероятно, и я, конечно же, даже не собиралась его покупать. Ну, раз так, как скажем, приплыла на халяву, я начала ему давать. Результаты были ошеломительные. То есть через 2 недели после операции, когда нам вставили там кучу спиц, вставили этот локоть, у меня ребенок начал писать. Он у меня левша, и такое прям левша катастрофический. То есть правую руку он вообще не использует ни для еды, ни для письма.
Вот. И он в гипсе начал у меня рисовать и писать. Представляете? То есть результаты были буквально там через 2 недели. И поэтому я убедилась, что wellness – это просто супер. Когда нам вынули спицы, конечно, врачи, там профессор был, который нам делал операцию, он был крайне удивлен, потому что вот такая заживляемость. Через 3 недели такого сложнейшего перелома, когда там локоть, этот локтевой сустав искали где-то, он ушел там вообще в сторону, почти выпирал там под кожей. И вот что хочу сказать. Вот тогда я убедилась, что wellness действительно работает. Неужели вот это вот? Ну, пропили мы и бросили. Ну, Бог нам помог, да? И 15 тысяч, которые заплатили врачу. А наступила осень, пошли сопли, слюни и так далее, да? Сами знаете, у кого дети, вот у меня 2 года и 7 лет. Начались простуды. Ну, дай-ка я еще раз его испробую. Испробовали. Мы всю зиму не болели. Мы всю осень не болели, когда все дети лежали пластом. Когда в группе, в садике было по 3-4 человека из 25, мой ребенок всегда ходил. И младший все переносил. Даже вот сама была, как вот сказала Кристина, да, что сама с соплями, а дети у меня не болели. Это на самом деле действенно. И еще один случай, то дети у меня и сейчас не болеют, ходит какая-то инфекция, тут все кашляют, дохают поголовно у нас, если честно. Мои дети нормально искупались в холодном там пруду и вполне хорошо себя чувствуют. И моя мама, она вообще такая у меня Фома неверующая, но я ей покупала wellness pack. Сначала говорит, да нет, после твоих ничего, не буду я их пить, от них нет, они очень дорогие и от них никакого эффекта. Но пропив... заканчиваю уже третью упаковку, она говорит, Аня, у тебя еще есть? Я чувствую, что у меня у мамы артрит коленных суставов 4-й степени обоих коленных суставов. Сейчас она у меня ходит без палочки. Вот честное слово. И сил, и она страшная гипертоника, она просыпается с давлением 200, там на 100, да. Сейчас состояние гораздо лучше. У нее сахарный диабет, лишний вес. Сейчас у нее состояние гораздо лучше с wellness pack. Ну, конечно, там и лекарственные препараты, но улучшение налицо. Вот что я так быстренько хотела сказать. Так, всем... У меня даже экран пропал. Всем спасибо, если кто меня слышал, если мои истории так показались интересненькими, восклицательный знак поставьте, потому что я говорю, не готовилась, так вот чисто от души на лету. Всем спасибо, всем пока. Девочки, спасибо вам огромное, Анюточка. Прям классное такое подключение, внезапное. Вообще потрясающие результаты у тебя и у твоей семьи. Очень вдохновляет. Очень важно слышать такие реальные живые истории. Спасибо всем, кто участвовал. Вот, мы с вами прощаемся. Если возникают вопросы, пишите. В чате красоты пишите, там будем все разбирать. И пишите ваши запросы на Академию красоты. Какие нужно вопросы разбирать на семинарах. Все, всем спасибо. Всем